После того, как я послушала эту музыку, я влюбилась в музыкальный инструмент, который называется фагот. Это концерт для фагота, и написал его не Вивальди, хотя Вивальди был одним из первых композиторов, который раскрыл всю красоту солирующего фагота. Но этот концерт написал мало кому известный чешский композитор эпохи барокко Франтишек Яраник. И очень вероятно, что он был учеником самого Вивальди. Концерт для фагота соль минор. Главная роль в этом концерте отведена фаготу, и вы только послушайте, как он ее играет. Когда слушаешь эту музыку, ты не просто следишь за партией солирующего инструмента, а как будто бы видишь очертания реального персонажа со своим характером и пластикой. Послушайте. Послушайте.